Жестокую расправу над одноклассницей устроили на Сахалине две девочки. Школьницы принесли на уроки хоккейную клюшку и избили сверстницу с ее помощью. Пострадавшая находится в подавленном состоянии. Она получила ушибы тела и головы. Родители зачинщиц пытались замять конфликт. По данному факту следственные органы организовали проверку. Инцидент произошел 15 декабря в 8 классе гимназии Ноблик. Две девочки пронесли хоккейную клюшку на уроки и перед их началом устроили в кабинете разборки с одноклассницей. Конфликт начался раньше. Моя племянница зашла в туалет, там были эти две девочки. После того, как она вышла, то увидела учителя, который спросил, не видела ли она своих одноклассниц. Педагог получили утвердительный ответ и зашла. Оказалось, что девочки там курили. После этого, они стали считать, что племянница их сдала учителю. Хотя это было не так. На следующий день они отомстили. Взяли клюшку в руки, грубили и издевались, демонстрировали, что у них есть клюшка, хлопали ей слегка, а потом начали бить серьезно. Удары наносили по рукам, голове. Никто из одноклассников им даже слова против не сказал. Просто стояли и смотрели, рассказывает тетя пострадавшей. Девочка сообщила о случившемся родителям, и пока взрослым удалось отпроситься с работы, приехать, за это время в школе, как будто ничего не произошло. Только классный руководитель отобрал клюшку у зачинщиц. Ни социальный работник, ни завуч никого не вызывал к себе, чтобы разобраться. Родители уже сняли побои и написали заявление в полицию. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены в классе. Также проверку организовал следком и прокуратура. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации учебного заведения, а также приняты меры профилактического характера, прокомментировали в пресс-службе областного следкома.